Привет, друзья! Сейчас обзор небольшой на мою новую палатку. Вот видите, шестиугольная, трехслойная зимняя палатка Миимир 2020. Скажу первое, по сумке транспортировочной. У меня до этого 2017 была, я буду с ней сравнивать. Длина вот этой транспортировочной сумки меньше, сантиметров на 20. Ну, мое такое ощущение. Вот палаточка, я ее поставил в гаражах. Пока лето. Вот. Да, она шестиугольная. Но когда я ее ставил, вот так поставил ее на и дуги расправлял, то мне она показала, что дуги здесь меньше. Абсолютно меньше, чем по длине, чем на 2017. Два входа в ней и 6 граней. Вот эти грани, они у этой палатки, в отличие от 17-го, вот эти, длина вот этих дуг, она меньше. То есть, соответственно, раз они меньше, значит, транспортная еще составляющая меньше. Ну, прям классно. Вот. У меня до этого была палатка, у меня было не 2 метра, а 2,20. Соответственно, на 20 сантиметров она выше была, вот так, да? Так, 20 сантиметров. А не нужна она такая высокая. Вот внутри, вот смотрите, я стою, вот внутри. Вот мне хватает двухметровый, вот. По сути дела, не 2,40 у меня предыдущий получается была, а это 2,20. Отлично. Вот я стою в ней. 4, 1, 2, 3, 4 окна. Так, 1, 2, 3, 4 у нас получается, куда складывать все сетки, да? Вот, воздух здесь и воздух здесь поддув. И печка вот здесь. Слушайте, ну получается, что у меня теремок стало чуть-чуть меньше, был 2,40, стал 2,20, в сравнении с предыдущей, как у Эдик, вот палатка, я как у него покупал, вот, но по внутреннему диаметру она стала больше, то есть она чуть пониже, и получается чуть шире, в круг, мне нравится то, что она стала внутри именно шире, больше стала, а по высоте не всегда хорошо, когда высота, потому что если задует сильный ветер, то палатку сносит, то так и сгибает. Но Миимир 217 отлично стоял и ее не сгибало никогда. Вот что сказать, что у них вот эти дуги прямо отлично держат ветер. А это чуть пониже, вообще комфортно будет стоять. Так что вот такая палаточка.